Может, в кино сходим? Давай. Часов 8. Ладно. Только чур не по-твоему в 8, а в 8. Хорошо. 8 по-твоему. Нет, просто в 8. Это случилось 3 года назад, когда Лучано уехал учиться в Испанию. И как мы теперь будем без него? Мы знали, что это будет нелегко. Можем просто жить вместе. Еще лет 30, как минимум, долго и счастливо. Нет, все не так. Да, ты права. И мы решили расстаться. Вот так вот взяли и окунулись с головой во все прелести жизни людей, свободных от обязательств. Фейсбук творит чудеса. Спустя столько лет мы снова рядом. И какая у тебя по счету в Тиндере? Добрый вечер. Впервые у нас. А ты в курсе, почему расстается 99% всех пар? Что ты делаешь одна в квартире с игуаной и незнакомым мужчиной? Еще и пьешь абсент. Анна, остановись. Отсутствие желания и недостаток секса. Ты первая, кто жалуется на избыток секса. Почему вы расстались? Что? Чего приперся? Я одними носками пользуюсь уже неделю, я так не могу. На, забирай свои манатки. Как она узнала? Инстаграм. Чего? Жила же ведь раньше без этого Инстаграма, нет? Зарегистрировалась. Любишь, когда тебя унижают? Нет, нет, нет. Козлина. Ты видел фотку? Нет, не хочу. Полюбуйся. Да, это точно попадос. Нет ничего порнографичнее счастливого выражения на лице. Ты мне подмигнул? Оно того стоило. Вдохни мой аромат. Странная штука эта свобода. Ты думаешь, когда она у тебя появится, мир будет принадлежать тебе. Но потом, когда получаешь ее, не знаешь, что с этим делать. Или с кем. Ненавижу тебя. Не говори глупости. А с тех пор ты когда-нибудь влюблялся снова? Не знаю. Хочу продать нашу квартиру. Я переезжаю жить к Лою. Ого, сколько сразу новостей. Еще отверстие, я почувствую себя тут главной. Мне продолжить? Непременно. Ты как? Стабильно. Как доллар? Потанцуй с нами. Я стала ходить на уроки танцев. Тебе бы тоже не помешало. Почему? Ты какой-то замороченный. Это я-то замороченный? Да. И поворачиваешься. Понятно? И так много раз. Как у тебя дела? Прекрасно. А у тебя? Любить нельзя расстаться. Нужно поговорить. Давай встретимся часиков в 6. В 6 или в 6, по-твоему? В кинотеатрах с 14 февраля.